Новый телескоп Европейского космического агентства получил название «Гайя». Он предоставил данные астрономам, с помощью которых они намерены решить беспрецедентно амбициозную научную задачу — составить карту звездного неба в формате 3D. Нам нужно выяснить детали возникновения и развития галактики. Собранные сведения дадут возможность астрономам лучше понять, каким образом звезды насыщают материи пространства вокруг себя, когда они рождаются и когда они умирают. Прежде недостижимая точность измерений даст исследователям более четкую картину развития и структуры Млечного Пути. Космический зонд Гайя был выведен на орбиту чуть менее 3 лет назад. На самом деле в его составе не один, а 2 телескопа, работающих в оптическом диапазоне. Нынешние сведения затрагивают позиции примерно 1 миллиарда звезд. Таким образом, впервые за длительное время у нас есть возможность взглянуть на то, что в действительности представляет из себя звездное небо. Из миллиарда точные координаты определены примерно у половины небесных тел. Работа рассчитана на промежуток примерно в 6 лет, а сколько в действительности Гайя пробудет в космосе, сегодня сказать сложно. Следующая дата обнародования сведений, полученных с помощью телескопа Гайя, декабрь 2017 года.